старинном особняке Акапа Леванова в центре Москвы состоялась премьера спектакля «Дом 19. Прямая черта 07». Начало. Посмотреть мистическую историю в иммерсивном формате пришли Анна Чурикова, Прохор Шаляпин вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской, Валерий Еременко с супругой, Анна Терехова, Тамара Глоба, Евдокия Германова, Анжелика и Кристина Кашрина и другие звезды. Вокруг особняка Поливанова ходят легенды. Одна из них, о замурованной в стенах дома горничной, служила вдохновением для авторов при создании спектакля. Надев маски трех разных цветов, гости разбились на три отдельных группы и отправились в путешествие по особняку. Каждая группа следовала по своему маршруту и за своей сюжетной линией. Новая постановка, приквел в спектакле «Дом 19. Прямая черта 07», которая была представлена зрителям в декабре 2017 года в этом же пространстве. «Дом 19. Прямая черта 07». Начало. Предыстория. Ключ к секретам одного благородного семейства, произошедшее здесь более сотни лет назад, о связи людей и поколений через человеческие пороки. Блестящая игра и великолепные голоса актеров, Петра Таренкова-Нарышкина, Сергея Сорокина, Андрея Школдыченко, Сергея Борзова, Анны Курковой, Ольги Реутовой, не оставили зрителей равнодушными. А 82-летняя актриса Ирина Чепиженко, исполняющая в «Доме 19. Прямая черта 07» одну из центральных ролей, прослезилась, когда в финале спектакля зрители устроили ей настоящую овацию.